под дождем или в зное, но в положенный срок, каждой новой весною есть последний звонок, гласит известное стихотворение. Сегодня все же под дождем он прозвенел для выпускников средней школы номер 1, станицы Азовской. Трогательные торжественные линейки прошли во всех образовательных учреждениях Северского района. Около 2000 ребят покинули школу для того, чтобы вступить во взрослую жизнь, определиться с будущей профессией, реализовать потенциал и найти свою нишу в обществе. С окончанием учебного года педагогов, учащихся и родителей школы номер 1 поздравил глава района Андрей Дорошевский. Напутственные речи произнесли и первоклассники, получившие эстафету от своих старших товарищей, покидающих стены родного образовательного учреждения. Каждый из них полон новыми надеждами, стремлениями и мечтами. После окончания торжественной части главе района провели небольшую экскурсию по зданию школы. Образовательное учреждение функционирует с 1977 года. Школа обладает хорошей материально-технической базой и квалифицированным штатом преподавателей. Некоторые из них когда-то были ее выпускниками. Ну а сегодняшние выпускники отправились на классный час, чтобы проститься с учителями и в последний раз посидеть за своими партами. Я желаю вам удачи, благополучия, и у вас все получится. И возвращайтесь обязательно в Северский район. Впереди у ребят целая жизнь, полная успехов и достижений.